О чем я мечтал в молодости? О том же, о чем и вся страна. О светлом большом будущем. Мы все были полны новых надежд. Мне тогда казалось, что стройка идет по всему миру. Все мы были охвачены идеей, хотели построить новые города. Города, которых никогда не было, с просторными прекрасными улицами и уютными домами. Я грезил этими домами. Я хотел создавать жилье, в котором каждая семья была бы счастлива. Позади была большая история, но надо было двигаться вперед. 1938 год. По всей стране идет индустриализация. В Челябинске принимают генеральный план застройки города. Один из главных районов будущего мегаполиса, Ленинский, доверили строить новообразованному тресту номер 42. Так началась большая история. И в следующие десятилетия строятся целые жилые кварталы. В первом десятилетии нового века компания «Южуралстройсервис» стала одним из самых надежных застройщиков Челябинска. Мы меняем облик города уже 80 лет. Мы уверены, что строить дома для будущего могут только те, кто преданно любит свое дело. Мы унаследовали этот подход от наших предшественников. Сегодня, как и на протяжении всей истории, мы создаем дома, сохраняющие красоту современного Челябинска. Это жилье для счастливых семей. Для всех тех, кто любит свой город, свой район и свою улицу. Квартиры в наших домах – это место идеальное и для большой, и для маленькой молодой семьи. Мы тщательно прорабатываем планировку и выбираем как проверенные временем, так и современные надежные материалы. Это не просто квадратные метры, это целый архитектурный проект с уютными, просторными дворами, где есть все для взрослых и детей. Надежность и репутация – наши главные достоинства. Именно поэтому мы создали социальные объекты, объединенные именем нашего бренда. В сосновом бору Ильменского заповедника расположилась база отдыха «Чебаркуль». Это место в глубинке уральской природы прекрасно подходит для проведения тренировочных спортивных сборов различного уровня. А на уникальной смотровой площадке можно понаблюдать в телескоп за звездным небом. Почувствовать все достоинства жизни в нашем крае можно всего в 30 километрах от Челябинска, на базе отдыха «Волна». Озеро Сугаяк подарит вам и вашей семье дни тихого отдыха. Жильцы наших домов часто выбирают эти места для того, чтобы почувствовать дыхание природы. А для гостей Челябинска всегда открыта гостиница «Уралочка» в центре города. Вы доверяете нам, и поэтому мы начали строительство масштабного проекта. Наше будущее – это жилой комплекс «Новороссийский» на берегу озера Смолино. Пока здесь растут новые дома, мы уже открыли детские сады, стадион, спортивные площадки, школу и университет. Жилой комплекс «Новороссийский» – это тихая гавань для всех, кто ценит и любит свой родной город. Мне есть чем гордиться в прошлом. Есть чем гордиться в настоящем. А будущем будут горды мои дети и внуки. Компания «Южуралстройсервис». Чтим традиции. Строим будущее. Для города, для района, для ваших семей.